Я из Матло Хамидов, проживающий район Рудаки. 64 год рождения, 1 февраля. В данный момент мне 56. Имею 8 детей. Я с того дня вот смотрю, я говорю, раз какой-то, допустим, в мире где-то человек что-то делает, значит, на уровень ее, или чуть меньше, или больше можно делать. Я потом вот себе ставил такой перед себе задачи. 16 лет назад Исмантуло увидел программу из книги рекордов Гиннесса и пообещал себе, что когда-нибудь тоже сможет показать подобное шоу. Салам алейкум. Вас как зовут? Исматулло Хамидов. Вы к нам пришли с чем? Восточная йога. А вы этим сколько лет занимаетесь? Уже 16 лет. О! А ваши дети, ваша семья занимаются тоже йогой? Старший сын как ассистент и как ученик. Давайте. Больно, мне по нервам не смотреть. Как? Ну, вот так, с молотком. Матако, мои карсаку хамаш мубаре. Ахен сматуло. Все барно мейки, харка сидят там уже карданы метало, да? Маху. Салам адбушин, салам адбушин. Вообще на такие вещи очень тяжело смотреть. И обычно я такие вещи не поддерживаю. Тогда перейдем к вердиктам. Скажу, да, ладно, идите. Желаю вам удачи, но я говорю нет. Я просто хочу сказать да. Почему? Чтобы вас увидел весь мир. Я тоже говорю да, и вы проходите следующий тур. У вас три да. Спасибо вам и зрителям, и болельщикам. Все. Сарпарасти кул мегафон Таҷикистон истеъдод аз то оғоз мегардад.